В зале собралось около 500 человек, руководители региональных структур, депутаты ЗСК и Государственной Думы, а также главы муниципалитетов. Заместители губернатора представили подробный отчет по всем отраслям. Положительная динамика наблюдается практически в каждом блоке. Однако высокие показатели в экономике края не повод расслабляться, отметил глава региона. В следующем году задачи будут еще амбициознее. Этот год был для нас экономически успешным. Безусловно. Бюджет этого года 265 миллиардов. Мы перед собой ставили планку ниже. Но давайте учитывать, что в 2015 году бюджет был 190 миллиардов. Несложно посчитать, что на 75 миллиардов мы приросли. Коллеги, в рамках сегодняшних экономических условий. Это, конечно, результат всех сидящих в этом зале в первую очередь, коллеги. Могу сказать одно, что мы достигли тех целей, которые перед собой ставили. Ну, коллеги, это мы. Имеется в виду органы управления, власть. Но достигнуть тех целей, которые перед нами поставили жители края, еще раз подчеркну, друзья, еще много-много нужно сделать. Много. Не просто активно, а результативно потрудиться. В регионе продолжится строительство школ и детских садов. Весомые средства пойдут на здравоохранение. На следующий год бюджет останется социально ориентированным. На этот блок направят не меньше 70% средств.